Всем привет! О, вот моя семейка. Привет! Привет! Вот. А ты видела эти фотографии, которые я делала, пока вы с Полькой? А вы не видели никто, это мои личные. Ваши скидки. Аврора Аркадьевна. Когда помнишь, на 8 марта в Париж ездили? Аврора. Ну что, тебя носит на руках? Все отлично? Дедушка спит. Аврора играет. Привет, дорогой канал. Я не так много вчера снимала. Вообще не снимала практически. Мы гуляли просто под Тбилиси и... Чего? И гуляли мы под Тбилиси. Потом играли вечером с дедушкой в номере. И поехали домой. Да. И потом был очередной рейв. Уже третий. Зато вот. Это наши последние дни суммируют. Резюмируют. Суммируют. Я пошутила, что Аврора решила напомнить мне, что такое ночные вечеринки. Молодость. Это подарок на день рождения, да? Да. У нас новый коврик, ребят. Из Озона мне привезла мама. Очень классный. Просто, знаете, коврик для ползания. Что вам еще рассказать? Мы очень сильно устаем последние дни. Но в то же время очень много хороших эмоций. Вчера вот на чай к нам приехала Ксения, моя сестра старшая. После уже всех прогулок, когда Аврора дала нам... Побыть в тишине часа два, она уснула вечером. Было классно. И очень приятно просто иметь возможность, чтобы близкий человек приехал чай попить у себя дома, знаешь, на кухне. Тут крутой подарок на день рождения. А сейчас моя мама скоро приедет на завтрак. Семейные заботы. Не успевай доставать айфон и снимать. Не хочется, знаете. Зато Аврора скоро поползет. У меня есть минут 20 помедитировать. Ребята, мне подарили масло, я показывала в своем влоге про день рождения. Это essential oil. Использовать для тревоги, стресса, системы иммунитета. Короче, для многого. Всего для баланса. У меня в прошлом был молодой человек. И я подружилась с его мамой больше даже. Ну ладно, не больше, чем с ним, но мы общались. И она занималась как раз терапией через вот эти вот essential oils. Через масла. Он мне передавал от нее всякие масла. Я раньше использовала много их. Для сна у меня были проблемы со сном, еще для носа, заложенности носа. Вот все лечила этим, типа не лекарства, а она верила вот в эти штуки. Я буду сейчас медитировать. Сначала поработаю чуть-чуть, а потом медитировать. Люблю жизнь со всеми ее проявлениями. Жизнь познается в контрастах. У меня сегодня классный аутфит. Я потом вам покажу подробнее. Я это покупала несколько недель назад, наверное, уже. На барахолке. Какой у нас план на день? Мы сейчас поедем в музей, да? Встретимся в национальной галерее с семьей. Потом у нас будет обед. Это все, что мы запланировали. Я хочу очень спокойный вечер, если честно. Просто мне кажется, нам надо восстановить режим спокойствия в нашей рутине. У Лизы завтрак. Мой завтрак, мой. Моя еда. Мы приехали в музей. Очень нравится техника, как выполнена. Tempera on plywood, прямо на дереве сделано. Мы с Ксенией зашли в They Said Books, это книжный магазин. Нашли тут подарок для Валера, это ее муж, он остался. Иди. Очень классная книга. Это про интерьеры. Он архитектор и дизайнер интерьера. Поэтому вообще то, что надо. Много крутых книг. Я сегодня оделась не по погоде, поэтому меня переодели в отеле в вещи родственников и мою шубу, которую привезли из Петербурга. Я выгляжу как свой племянник Матвей, подросток. Книги просто хочется купить из-за оформления. Смотрите на это. Мне нравится Оливер Твист. Я его не читала никогда на английском. Энди Уорхол. Мы
выбирали час с чем-то, Авроре коляску новую. Определились с этой пока что. В ней есть и лежачая позиция. Очередное доброе утро, Аврора Аркадьевна. Ты устала сидеть? Прилегла? Аврора Аркадьевна ждет бабушку, которая сейчас приедет на завтрак сидеть с внучкой. А кто-то сможет сходить в душ. Спокойно. Класс. Дедушка тоже приедет. Да, Аврор. Родители пришли, папа досыпает, потому что мама встала в 4 утра. Аркаша готовит всем кашу. Привет, влог. Я тут в отеле уединилась. Мы скоро пойдем в музей. Короче, отлично мы проводим время. Сейчас будем много гулять опять. И да, вчера мы уединились вечером с Аркашей и Авророй. У нас был более спокойный вечер. Мы от всех отсоединились. И она поспала ночью впервые за несколько дней. Мы поспали. Так что настрой прям вообще классно. Так мысли не идет никуда. Чувствую, что мне не хватает медитации, мне не хватает рутины. Я все-таки так привыкла, что у меня прям такой какие-то рутины существуют. А сейчас все в полнейшем хаосе. Я прям замечаю, как я начинаю быть более раздражительной. И not good, not good for other people. Toxic. Надо все-таки стараться все равно ставить себя вперед в такие моменты, в такие дни, чтобы всем вокруг было лучше от тебя. Понимаешь, о чем я? Сегодня я помедитировала уже хорошо. Авроре подарили новый комбинезончик, она теперь супер модная. Грузия. Тут нигде нет перехода. Да. Аврора, ты сидишь на стульчике? Мы находимся в очень красивом месте. Полинин, молодой человек, нам порекомендовал его. Будем пробовать еду. И кормить тебя, да. Мы приехали в мой любимый Румс на завтрак. Все здесь. У моих родителей сегодня последний день с нами. Дела для влога. У нас все супер. Мы провожаем сегодня первую часть родственников. Мы сегодня уже провожаем мою маму и мою папу. У нас будет последний ужин сейчас. Я зашла в номер здесь. Мотя, Аврора и Аркадий. Сегодня Мотька с нами ночевала, и, возможно, сегодня мы ее опять пригласим, если она захочет. Хочешь? Хочет. Поночевать с нами, побыть, провести время поближе. На самом деле, вообще не хватило времени с мамой и с папой, потому что все так быстро, сумбурно. Еще Грузию хотели они посмотреть. Короче, не хватило недели точно спокойно провести время, как мы привыкли в Петербурге. Ну, в основном, за городом они живут, в деревне, поэтому уже плачу, уже скучаю. А я не теряю секунды, везде еще возможность контент снимать. Я надела пальто и кофту сестры и фотографируюсь. Привет! Проводили вчера моих родителей. Я ничего не снимала в ресторане. Но вот пару кадров фотографий. Сейчас я пытаюсь проснуться. Второй раз я уснула. Подъем был ранний, около 7 утра. И я такая, нет, Аврорка погуляла с папой. Я еще полчаса поспала. Но уехали не все. Моя старшая сестра еще осталась. Полина, моя младшая сестра. И Мотенька, моя племянница. Все здесь. Мотя с нами сегодня опять жила. Сегодня будет спокойный и медленный день, я надеюсь. Потому что я, конечно, не привыкла в таком режиме находиться. Мое тело чувствует себя побитым. Мы готовы выезжать из дома. Кто готов? Да, выезжать. Ох, Аврора, мы опять выезжаем из дома, да. Сегодня... Аврорка устала. Но у нас сегодня будет спокойный ритм, по крайней мере, у нас точно. Да, мы идем просто покушать. Прогуляться до банка. И дальше надо в магазин зайти игрушечный. Вообще, мы хотели тебе стульчик купить. А то ей так понравилось сидеть в стульчиках, уже пора. Да, тебе стульчик. Смотри, Аврора. Авроре не нравится эта идея. Мне нравится сидеть в этом комбинезоне, потому что... Мы сейчас зашли в магазин цветов.
решили собрать Тане букет. Таня нашей подруги, она просто сейчас одна с детьми. Тёму ее муж уехал в командировку, и мы хотим ее поддержать. Забежать домой, какую секунду, она тут рядом живет. Наш выбор пал на кустовые розы. Смотрите, какую красоту нам сделали. Еще Аркаша заказал что-то покушать Тане, да? Да, заказал ей французский луковый суп, пасту тритали, которую они с Тёмой все время заказывают, и эклерчик. Какие милые друзья мы. Вдруг? Решила оставить надпись «Fuck all these perfect people». Мы пришли на очередной обед. Аврора! Йоу! О май гад, I'm Поля здесь. Короче, мы за эти дни устали от грузинской кухни, поэтому мы пришли в итальянский ресторан. Красная мама и доченька. Ой, все. Мы гуляем с Полей по Ваки парку, моему любимому парке. Моему любимому парку. Да, вы красивый. Очень красивый. Аврора, что ты делаешь? Что? Мы сидим с Аркашкой дома после очередного дня теплого с родственниками. Уставшие, едим тейкаут. Аврора ползает, не ползает, почти ползает на своем коврике. Сидит, радуется. Жизни. Радуется жизни, да. Угу. Мне нужно поспать. Хотя, однако, мы должны поблагодарить Авророчку за последние ночи. Очень было нам хорошо. Спасибо, дорогая. Пусть так будет всегда. Пусть так будет всегда. Не, она все равно просыпалась сразу, три кушала. Но она засыпала сама сразу. Угу. Это самое главное, да. Но будет классно, когда она еще и что? Не будет кушать, просыпаться, знаешь. Поела на ночь и все. Какое резюме у нас сегодняшнего дня? Очень любите родных, но умейте от них отдыхать. Любите родных, но умейте от них отдыхать. Это что? Правда. Лизе в конце уже поездки ее родителей было очень тяжело. Столько эмоций, столько семейного хаоса. Просто все в очень сжатое время, и хочется побольше всего, но просто не выдерживаешь, потому что три месяца, сколько у нас было, все очень размеренно, режим, и тут так... И это очень классно, но... Но и тяжело. Сбалансировать немножко надо. Мы все, потому что очень разные, у всех свое видение того, что должно происходить, и это интересно. Сталкиваются интересы постоянно. Ну, как и в любой семье, мне кажется. Что да, доброй ночи, ребят. Мы вас целуем. Увидимся завтра. Значит, у нас здесь Аврора Аркадьевна, Полина Васильевна. Мы уже сходили на наш завтрак. Вот, а сейчас мы поедем к Тане. В Тане будем сидеть у Тани. Настроение сидеть дома в маске и пледике. Ко мне сейчас приедет Полинка. Это самая Полина. Найс. Мне нужно немного Полины. Еще у меня утром был психотерапевт. У меня теперь по средам, каждую среду занятия. Уже не знаю, какое по счету. Работаем, ребят. Мне нравится. Всем доброе утро. У нас сегодня последний день с родственниками. Только моя младшая сестра Полина остается здесь до 9 февраля. Хорош. Показываем аутфит. Да. Business casual, я бы сказала. Красотка. Мы сейчас в отеле с Моти и Авророй. У них последний день. Скоро сюда приедет Полина. Аврора наслаждается своим любимым другом, отражением. У нас планы ничего не делать. Тут вид очень красивый, мне нравится. Прикольно. Мы смотрим «Глаз Онин». Вторая часть «Достать ножи». Пока что очень нравится. Полечка тут. Она похожа на Кит Хадсон в этом фильме. Мы досмотрели фильм. Мне тут прислали посылку. Мне очень нравится. По мере потом покажу. Мы, кстати, направляемся сейчас в ресторан на последний ужин. У нас последний ужин в этом прекрасном ресторане. Это один из самых вкусных ресторанов, где мы когда-либо были в Тбилиси. Здесь самый вкусный лимонад из фейхо. По лицам видно, что все очень голодные. Ох уж эти пара блогеров.